Ребята провели акцию в центре города. Традиция проводить такие мероприятия зародилась уже давно. Они раздали буклеты десногорцам с информацией, что такое ВИЧ и СПИД и как он передается. Хочется людям давать больше информации, чтобы они знали об этом. И как бы интересно, хоть даже холодно на улице, но все равно мы позитиве. Мы чувствуем, что делаем доброе дело. Мы раздаем листовки, чтобы люди были осведомлены и информированы о способах распространения и смогли себя защитить. Мы призываем вас вести здоровый образ жизни и следить за своим здоровьем. Волонтеры, которые приняли участие в акции совместно с сотрудниками Центра культуры и молодежной политики, надеются, что рано или поздно появится лекарство или вакцина от этого заболевания. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.